Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Даниилов день. Даниил – зимоуказчик. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила, исповедника Схими, Стефана, Нивердского, священномучеников Александра Савелова, Николая Бертюкова и Сергия Славинского, пресвитеров, священномучеников Петра Покровского и Иоанна Землянова, пресвитеров, и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.